Итак, народ, всем привет! Сегодня будем тестировать наше такое вот приспособление для подводной съемки. Экшн камеры. Значит, вот этот вот наш бокс подводный. Вот наша камера. Сейчас это все дело мы соберем. Так. Отпускаем наши хомутики. Видео по изготовлению вот этой вот штуки у меня появится скоро на канале. Я его выставлю, как я это все делал. И сегодня мы будем это все дело тестировать. Итак, одеваем нашу камеру. Зажимаем. Так. Итак, получается так. Наша камера как раз будет снимать нашу крышечку. Крышечка от обычного йогурта. Вот здесь есть отверстие. Сюда можно прицепить поводочек с крючочком. Но мы будем сегодня пробовать без этого. Просто как будет рыба реагировать на те или иные приманки, прикормки. Итак, друзья, делаем первый замес. Итак, у меня есть такие вот маленькие стаканчики. Начнем. Значит, начнем мы с панировочных сухарей. Вот такие вот сухарики. Делаем на один замесик, на одну крышечку. Нам много не надо. Просто мы будем смотреть, как на это все будет реагировать наша рыбка. И берем наш клубничный йогурт. Чуть-чуть размешиваем, берем пилочку, помешивая, делаем очень густую консистенцию. Итак, первый заброс. И посмотрим, что у нас будет происходить.
И так проходит минут 5-6. Интересуется небольшая стайка рыбки. Это, как мы можем видеть, маленькая густирка. Скорее всего, будет там и плотвичка. Ну и в дальнейшем будем наблюдать. Может, что больше покрупнее подойдет. Итак, смотрим, как работает наша первая прикормка. Достаем нашу первую прикормочку. Более-менее мы увидели. Рыбки большой не было. Так, мелочь небольшая интересовалась. Сейчас мы зарядим вторую прикормку. Вот, сейчас я покажу, как она, чего я готовил. И посмотрим, что будет происходить дальше. Вот будем ложить туда более дальше камыш. У нас сейчас весна. Май месяц, ну как бы температура не очень тепло, вот, ну смотрим, не переключаемся.
Итак, друзья, второе будем, мы сейчас готовить полента. Будем делать поленту кукурузиную. И добавим немножко капелек от сердца. Волокордин, карвалол и тому подобное. И будем проверять эффект. Так, наша полента. Делаем на один замесик, нам больше не нужно. Надо проверить, как рыба реагирует на ту или иную прикормку или приводу. Так, также мы разведем ее с йогуртом. И добавляем пару капелек карвалола. Карвалдин, карвал, какой там карвалдин, да. Раз, две капельки достаточно будет. Запах лекарствами пошел сразу. Итак, вымешиваем все. Так, есть. Сейчас будем проверять эту прикормочку. Первое мы заряжали с вами сухарики. Обычный панировочный сухарик с йогуртом. Посмотрим эффект. Теперь сейчас загружаем поленту, кукурузиную полента называется, с йогуртом и две капельки волокордина или карвалола. Итак, поехали. Итак, второй замес. Кукурузиная полента, клубничный йогурт и пару капелек карвалдина, карвалола, ну, валерьянки, что-нибудь такого сердечного. Итак, забрасываем второй раз. Смотрим, что на этот раз подойдет.
И так проходит 4-5 минуток, не больше, и начинается какое-то движение рыбки. Как мы видим, капельки, то ли это кукуруза, то ли это капельки волокордина, карвалола там, вот, тому подобное, начинают давать какой-то аромат, и рыба начинает подходить. Ну и в дальнейшем сейчас будем мы смотреть, как это будет все происходить. Итак, смотрим. Мне интересно, и вам будет сейчас интересно, как ведет себя рыба на вот именно на этой прикормке. Досмотрите это видео до конца и посмотрите, как эта рыба будет вести себя на этой прикормке. Будет очень интересно. Могу сказать одно. Значит, карвалол, карвалдин, валерьянка. Это тема рабочая. Рыба собирается, рыбу хорошо собирает. То есть, как можно видеть, рыбы очень много собралось. То есть, это все рабочее. Можно добавлять смело, я не думаю, только в поленту, а в любую манку там и тому подобное. В любую прикормку, даже магазинную. Скорее всего, аромат дает. И рыба вот собирается прямо на этом месте. Итак, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Будет очень много видео. Я уже наснимал много материала. Всем удачи, всем пока.